вот эта милая девушка зовут Ольга. Вот, фамилию уже называть не буду. Дело в том, что я ей восхищаюсь. Это уникальный случай, когда вот такие милые, такие очаровательные дамы, вот, которые это, являются ведущими на популярных телеканалах, они должны приносить огромную пользу, чтобы посмотреть не так, как я нужный там старый конь, или сказать старый пень. Вот, а именно вот такие девушки, они должны составлять, раз, нет, не так, они должны заставлять взять лопату и вперед, вперед, вперед. Я, они. Но тут есть один нюанс. Они принадлежат к добротной старой школе. Вот, а это значит, что они учат делать работу, которую делать, ну, мягко говоря, не обязательно. Понимаете, я не стал бы, если бы меня не попросили прокомментировать, есть люди, которые уже давно на моей стороне. Видите, вот он, медный купорос, да, прекрасно. И вот она берет, начинает спасать дерево. Вот сейчас я прокомментирую это. Итак, она борется с черным раком. Давайте посмотрим, кто такой черный рак. Что здесь написано? Очень опасное заболевание. Уже сразу ошибка дикая. Невероятно дикая. Невероятно. Черный рак – это не заболевание. Черный рак – это гриб, который поселяется на мертвом части дерева. Вы про это уже знаете, и это. Я говорю про паршу с вами, про этот самый, про комикоз, про манилиоз, черный рак. Я реже вспоминаю. Вот. Из этой же серии. Итак, берется старое дерево. Вот оно, видите? Я говорю, при всем уважении к человеку, это, который мне очень нравится, был бы моложе, я бы уже это самое, мечтал бы совсем о другом, уже не о садоводстве. И вот смотрите, она выбрала дерево, очень старое, очень больное, и уже, вот верхнюю часть посмотрите, вот он, черный рак. Это действительно так. Но дерево в данном случае, рак занял свое место, свою часть ствола и потихонечку поедает то, что омертвело. Вот. Бороться с ним бесполезно. Замазывать, делать вот эту болтушку тоже бесполезно. Она ничего не даст. Дерево как жило своей жизнью, так и будет. Теперь ему будет даже где-то сложнее. Вот. Ну, назовет мертвого припарка, но она по черному раку мажет, считая, что она его вылечит. Никогда. Процесс умирания дерева, а возраст, ну, представьте человеку, ну, когда мы умираем? Ну, допустим, 80-90 лет уже предел. Вот это примерно 80-летний человек. Человек, подчеркиваю. Вот, и что вы ему будете делать? Вы увидите у человека язву. Нормально, пролежни. Ну, и попробуйте их замазать. Он оживет. Тем более тем, что не присуще. Ни дереву, ни человеку. Вот, и получается долгий разговор. Вот он, видите, работает, делает, готовит, мажет. Ну, минут на 20-30. Вы представляете, что эти 20-30 минут можно было бы научить людей чему-нибудь действительно настоящему. То есть я просмотрел добрую сотню, ну, постоянно, маячит перед глазами, телевизор включен обычно, и что-то тихомолку бормочет. И вот получается, что сколько смотрю, месяц за месяцем. Вначале смотрел эту, как он называется, этот самый бобер, да? Там была вреднейшая работа. Здесь, по крайней мере, ни пользы, ни вреда, вот то, что вы видите. Время потерянное, вот и все. Человек побежит покупать это все и замазывать дерево. Не дай бог, что он не по черному этому, не по раку, а будет замазывать просто по старому стволу. И он еще и ствол, то есть это по коре, еще и кору испортит окончательно. Вот. Сейчас, я же говорил, когда, ну, попросите у нас, мы вас научим. Допустим, вот эту милую даму Ольгу, можно было бы не посетиться ко мне в ученики пойти. Даже не обязательно ко мне приезжать, достаточно посмотреть фильмы. Тут же приспособиться, подойти к этому же дереву и сказать. Вот, тоже можно растянуть на фильм, чтобы получить гонорар. Рассказать. То есть это будет и так. Вот видите, у меня в руках медный купорос. Сейчас я буду делать из него эту самую пасту, или как она называется. Должна была делать. А я этого делать не буду, потому что черный рак,
он на дереве. Это его законное место. Он теперь будет жить там до самой смерти. Вот. Черный рак, он летальные исходы бывает крайне редко. Если летальный исход, как у нас была эпидемия, то это уже не черный рак. На него просто валят, на несчастного. Вот так. И те же самые 30 минут можно поговорить и отучить людей воевать с друзьями. Черный рак — страшное слово. А еще в скобках-то пишут. Огневица. И все это можно преподнести вот, ну, с улыбкой, перевести такой очаровательная женщина может так преподнести, что кто скажет, ну слава богу, у меня тоже такое же пятно, но слава богу, теперь можно ничего не делать. И благодарить, как вот благодарят. Вот самое страшное, когда благодарят эти люди, новички, которые видят на этих же каналах, благодарят за то, что их научили убивать деревья. Очень страшно. А здесь бы Ольгу мы приветствовали. Не знаю, увидит она когда-нибудь, не увидит вот этот сюжет. Вот. Скорее всего, нет, потому что это другой мир, и к другому учили. И какая бы она ни была грамотная, вот. Ну, грамотность, она не всегда в жизни помогает, да? Вот. Жизнь, она течет своим чередом. Все знать невозможно. Вот. Есть такое выражение: не навреди, не убей. Вот. Вот видите, сколько я сказал. Как бы это сделать так, чтобы эти ведущие или у меня учились, или взяли бы наших ведущих, наш кружок. Что, у нас мало людей, у кого язык подвешен? Когда мне присылают эти ролики, этот самый Макаров, которому я сказал, и мой, что у него должно быть, волшебник Иванович. Вот. Я смотрю с удовольствием, да господи, что ж ты там сидишь-то у себя где-то под этим обнеском? Сколько тебе там сидеть еще? Так жизнь пройдет. Ведь мог бы научить миллионы, миллионы. Это у меня крик души. Я уж не Таша, не кричу, не машу руками. Я спокойно говорю. Черный рак — опасно заболевать. Да никакое это не заболевание. Вот чем страшно. Вот эта ошибка, она вселенская, она глобальная. О том, что черный рак и все эти парши и прочие манилезы, никакие они не болезни. Вот. И кометь тоже никакая, и живица тоже никакая не болезнь. Об этом знаю я, а теперь только вы. Вы представляете нашу ответственность? Сами не будем калечить деревья, и людям не дадим калечить. Вот так. Фух. Третью часть времени ушло на вот это.